I feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight. Chemicals collide. Hold tight, hold tight. Ребят, всем привет! Всем привет! И сегодня мы погуляем по Гуанчжоу. Это очень большой город, и это город контрастов. Сегодня мы покажем вам один из красивых районов. Район. Там находится неподалеку от нашего гардена. Мы здесь, Катя, уже не раз были, здесь очень красиво. По набережной этой реки тянется очень красивый район. Здесь различные гардены. Это отель. Мы хотим именно с него начать, потому что вот именно с этого момента начинается какая-то красота. И тянется туда далеко, в общем. По этой набережной расположен очень красивый гарден. И мы с Катей уже были там не раз. Мы сейчас хотим именно вам этот показать гарден. Ну и покажем, естественно, эту набережную. Поснимаем красивые виды. Хотим показать, так сказать, общий вид данного места, чтобы попередать эту красоту. Единственный недостаток, может быть, а может быть, это и как раз преимущество данного места, то, что здесь не очень сильно развит общественный транспорт. То есть здесь ходят специальные автобусы именно до этого района. Здесь нету вблизи метро. Здесь мало общественного транспорта. Может быть, поэтому здесь район такой тихий, спокойный и не очень густонаселен. Пойдем на наш байк. И еще мы хотим сказать, ребята, то, что некоторые могут писать нам в комментарии, что «Ой, у нас в районе гораздо красивее гардены» и так далее. Да, мы знаем, что есть красивее гардены в Гуанчжоу. Мы просто покажем один из них. Может быть, он не самый красивый, но он один из них. Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight. Chemicals collide. Ребят, тут столько фруктов, фруктовых деревьев. Такая красота, вот этот джекфрут растет. Общественный транспорт. Вот этот, ребята, гарден, который мы хотим сейчас посетить. Гарден для мотоциклов без пропусков. Въезд на парковку. Вот вахта. Называется Гарден Стар Рива. Звездная река, да? Звездная река, да. И мы зашли, вот такая вахточка красивая. Такие ворота выполнены очень красиво, да? Везде камеры. Ну, в общем, начнем обзор. И освещение. Камеры и освещение. Смотрите, какой ландшафт красивый. Там прудик, камушки. Вот они, эти яблочки. Посмотри, они прям падают с дерева. Посмотри, как много наверху. Что, они вкусные? Да, они ничего вкусные. Здесь такой искусственный прудик. Лягушки квакают. Классно здесь. Да? Посмотри, лотосы.
Да, лотосы. Вот такие тропиночки какие-то, охота прям пройти. Вон там, посмотрите, садовник работает. Чтобы дойти в свой дом, то есть ты заходишь через вахту, идешь по этому тротуару, по этому очаровательному мостику, попадаешь на другой мостик, и только тогда попадаешь в свой дом. И дом окружен именно вот таким прудиком, какими-то красивыми растениями всякими. Садовник здесь, вот смотрите, работает. Убираю здесь. Именно данный цвет, который сейчас начали использовать китайцы, очень прям мне нравится. Мне кажется, он такой долговечный. Ну, как-то более, да. Он прям солидно смотрится, и он не устанет от солнца, то есть такой долговечный именно. Не выгорит, не потемнеет, да? Да, да, да. Вот, смотрите, попадаем в подъезд. Подъезд ничего, конечно, такого особенного. Обычный подъезд. Здесь люстра здесь почему-то. Здесь прямо сэкономили на люстре, на прочих светильниках. Здесь вот, получается. Смотрите, квартирка. Квартирка вот так вся обставлена. Ботиночки у них, видимо, здесь принято снимать перед, перед входом в дом. Давайте поднимемся наверх. На самый верх. Попробуем на крышу подняться, да? Ага, вот такой, посмотрите, у них лифт. 15 этажей, все. Красивый. Ага. Ребята, хочется уехать, но без карты мы не поднимемся ни на какой этаж. Вот, пожалуйста. В тот лифт нужна была карта, здесь... Да, может, там просто не работал лифт. Здесь прекрасно работает. Поднялись на 15 этаж и сразу же попадаем в квартиру. Здесь, видимо, одна квартира на этом этаже. Все, ребята, мы поднялись, наверное, уже на 16 этаж. Интересно, здесь так специально сделано для посещения. Вот, здесь такой балкончик, ай, смотри. Вау. Здорово. Ну, в общем, мы вот сейчас вот такой уже находимся штуковине. Как ты вот забралась. Вообще, молодец. Так, мы зашли. Там мост, смотри, видно. А, как красиво. Мы приехали вот оттуда. Вот это дерево мы мимо проезжали, его зашли. Вот вахта вот там, получается, и попали в этот дом. Вот этот гарден мы, ребята, хотели вам показать. Посмотрите, какой там бассейн красивый. Смотрите, вот эти верхние квартиры, мне кажется, они самые дорогие. Вот у китайцев именно они ценятся. Смотрите, там дуплекс. И вот этот, именно вот этот блок, он полностью вот, занимает, там, допустим, 2-3 квартиры. Те, кто живет на 15 этаже, доступна вот именно вот такая штуковина. Прямо рядом совсем можно подняться, посмотреть. Ребят, пока мы там любовались видами, смотрите, дождь начался. Да, ну там лифт. То есть, получается, имея свою машину, спускаетесь в парковку и идете за своей машиной. А также, если вы имеете мототранспорт или велосипед, то можно это все дело парковать тоже здесь. Смотрите, выделена специально такая территория небольшая. Ребят, давайте посмотрим, какие здесь машины стоят на парковочных местах. На каких машинах люди здесь ездят? Посмотрите, вот Lexus, это какая-то китайская марка какая-то. BMW. Mercedes Range Rover. BMW 6, если не ошибаюсь. О, Ниссанчик. Нормально, скромненько. Мазерати, пожалуйста, посмотрите. Ну, Тойотка, так, в принципе, скромненько. Ну, в общем, хотел бы все-таки отметить, что дорогих машин больше. Все, ребята, наша миссия выполнена. Мы прошли по парковке к другому дому. Какой запах, ты чувствуешь это? Ну, какой-то пахнет свежести, цветением. Да? Цветением. Цветением каким-то пахнет. Боже, где мы? Где мне мы? Кажется, мы там же вышли. А, посмотрите, где мы вышли. Мы вон там были. Смотри, мы как прошли. Мы прошли вот так вот. Да, точно. Чук. То есть просто представьте, что внизу, внизу всей этой красоты, этого ландшафта, парковочные места, парковка, она полностью занимает по площади всего гардена. Ну, потому что, чтобы машина не стояла под окнами, как у нас принято, да, в России. Дом стоит, и вокруг дома стоят машины. Посмотрите, здесь какая красота. Навесик небольшой. Ага, здесь можно порелаксировать. По
Потанцевать вечером. Еще всякие штуки интересные поделать. Вообще так вот и гуляешь, конечно, здесь и смотришь, местных вообще никого нет. Такое ощущение, что гарден какой-то пустой. Но судя по окнам, все как-то заселено, так я бы сказал. Вот, посмотрите, мы чуть-чуть поднялись на небольшую такую площадочку. Мне кажется, это самая высокая точка именно в данном гардене. Такие вот камни продаются в Китае, я видел, кстати, ребята, есть как компания такая, проезжаешь мимо нее, и у нее прямо на входе стоят такие камушки здоровые. Сколько они стоят или еще что-то, я, к сожалению, не знаю. Среди этих всех больших зданий вот такое есть маленькое здание. Какую она функцию несет? Может быть, зайдем, посмотрим? Там обычно, я говорю, столовая. Бабушки танцуют. Библиотека. И плюс там какой-нибудь, может быть, бассейн. Или еще что-нибудь. Ребят, ну согласитесь, цвет зданий прям, ну, красивый. Мне прям нравится. Он какой-то современный, кажется. Под камень такой какой-то. Интересно, здание. Здесь очень такие большие комнаты. И что там в этих комнатах, непонятно. Ну и там пусто, видишь? Посмотрите, какая там милая беседочка. Ай, тра-та-та-та-та. Пойдем туда, потом походим по двору. Зашли в такую очаровательную беседочку, спрятались от дождя. Здесь часы, ребята, контролируют свое время. Ну, вот как-то так. Посмотрите на эту красоту. Мы когда поначалу здесь гуляли с Катей, для нас это было вообще настолько все дико, как будто мы попали в какой-то ботанический сад. Да. Серьезно говорю. Потому что настолько все сделано как-то гармонично, именно глаза прям отдыхают, находясь здесь. То есть я так представляю, посмотрите, берете вот так вот, садитесь. Сейчас я отстегнусь. Ремень безопасности сниму, вот так вот садитесь. И надо, мне кажется, ну, забыть о всех этих домашних каких-то проблемах, забот, работе. Если вы работаете на кого-то, то забудьте о начальнике своем, а чуть-чуть о работе. Просто посидеть, послушать, как дождик капает, как шумит листва. Вода. Смотреть и отдыхать глазами. И мыслями. Да, как? Есть такое? Ну, я не могу себе такое позволить. Но мы никогда так не делаем, черт возьми. Да, я бы попытался на данном этапе как-то это расслабиться, но... Даже если взять... Ну вот мы говорим о том, что мы здесь были, мы здесь гуляли. Ребят, это было так давно. Это вот первый год, когда мы приехали в Китай. И у нас очень хорошо работал наш бизнес. Мы больше ничем не занимались. Ну вот мы, у нас было время. Была возможность погулять. Маленько погулять и отдохнуть. Но... Сейчас только когда дети отдыхают, тогда и мы отдыхаем вместе с ними. Ребята, кто хочет джекфрут? Смотрите, какой он огромный. Ну, по вкусу его с дурианом, что ли, сравнивает? Ну, я бы не сказал, что он на дуриан похож. Да, он вообще не похож на дуриан. У него такой есть какой-то фруктовый, приторный такой вкус какой-то, именно про запах я имею в виду такой. По вкусу он на что похож вообще? Я не знаю даже, с чем сравнить. Может, ананас? Нет? Ну, может быть, отдаленно. Вот так вот он растет. Это, мне кажется, совсем вот молодой еще. Очень тяжелый. Я вообще не понимаю, как он здесь висит. В общем, наши планы все портит дождик. Мы собирались посетить квартиру, заснять это все дело изнутри. Узнать цены обязательно, сколько здесь аренда стоит. И, конечно же, наверное, всем интересно, сколько стоит квартира в данном месте, да? Цена на квадратный метр, да? Да, да. То есть нам нужно будет найти агентство недвижимости и все это дело промониторить. Во времени мы, к сожалению, ограничены, и дождик нас все это дело спугнул. Да и в одном видеоролике, я думаю, это будет сильно объемный ролик сильно выкладывать. Объема. Да. То есть мы в этом ролике покажем вам красивый гарден, красивый район поснимаем. Но если вам интересно,
ставьте много-много-много. 5000 лайков поставьте. 5000 лайков. Давайте, ребята, наберем. Потому что у нас так много уже на канале собралось. Я думаю, что 5000 лайков – это вообще фигня для вас. И мы пойдем в ближайшее агентство недвижимости и попросим их, чтобы они нас поводили. Сказали, сколько стоит недвижимость, сколько стоит аренда. В общем, с ценами и обзорами квартир сделаем отдельный видеосюжет, потому что этот получится видеосюжет очень большой. Мы дошли до бассейна. Вот прям на минуточку представьте, вы живете в данном доме. Буквально там, не знаю, на пятом. Выходите вот так вот из подъезда, и вы решили искупаться. Посмотрите, здесь такой сразу же вход в бассейн. Здесь такая ванночка, видимо, помыть ноги, принять сразу же какой-то душ. Сенсоры срабатывают. Я не знаю, почему здесь это сейчас все не работает. Время 7. С 7 до 12 и с 15 до 22. Это все дело работает. Отлично. Подошел, принял душ и пошел принимать вот такие вот очаровательные ванночки. Ой, смотрите, какая красота. Детский бассейн. Это детский, да. Здесь действительно не глубоко. Здесь прям совсем можно с малявками купаться. И вот этот взрослый, я так понимаю, уже бассейн. Вы бы знали, как хочется прям просто упасть в эту воду. Она настолько прозрачная какая-то, красивая. И охладиться, потому что здесь так жарко. А еще после дождя какая-то испарина, духота. Здесь такой душик принять, здесь без сенсора просто включается. Хотелось бы, конечно, отметить вот этот островок. Посмотрите, просто какая красота. На этот островочек можно попасть через этот мост. Понравилось? Сейчас я, наверное, здесь сделаю фотографию на заставочку данного видео. Просто вид вообще шикарнейший. Посмотрите. Нам так нравятся эти цветы. Как они называются? Ой, я не помню. Мне несколько раз писали, как эти цветы. Если вы знаете название этих цветов, напишите нам в комментарии. Гавайские цветы называют. Они очень красивые, они так пахнут. Мне нравится вот этот лепесток, он такой какой-то, как не настоящий. Здесь небольшая детская площадка такая, ну потому что в каждом гардене должна быть детская. Резиновое покрытие. Вот такие вот штуки на пружине. Горка такая. Деревянная, что, кстати, необычно. Обычно они пластмассовые. Ну и вот такие две качельки, и все. И там для родителей посиделки устраивать родителям. Сидеть, смотреть за своим чадом, прятаться от солнышка, пока ребенок носится под солнцем. Вот такой вот, ребята, небольшой гарден. Вот территория на этом заканчивается. В итоге здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6 домов. Всю эту красоту топчет вот такая вот фигня. Ну, это юг Китая. Такие тараканы здесь водятся. Сейчас я его сниму с этой стороны, как он выглядит. Вот он, красавчик, посмотрите. Более детально, я думаю, что... Это, мне кажется, даже... Оп! Оп! Он позирует, ребята, он позирует. Да, конечно, после такой всей красоты, вот такие вот, конечно, товарищи очень сильно пугают. Данное место. Ну, это юг Китая, повторюсь. Это юг Китая. Всем хочется тут жить. Всем хочется здесь жить. Здесь очень тепло. Они еще, кстати, ребят, летают. Не надо, сам он сейчас тут полетит. Ладно, не будем его тревожить. Пускай топчет дальше такую красоту. Мы решили подняться пешком. Лифт, в общем, работает только по картам. Не знаю, нам как нам повезло. Но в первом доме без пропуска мы поднялись на 15 этаж. А в этом доме такого нету.
Половину прошли. На лестничной площадке всякие непонятные штуки какие-то стоят. Ребята, у нас тут новость. Мы с Катей начали правильно питаться, сели на диету. И вот такие вот упражнения нам будут очень даже кстати. Ну, похвастаемся про цифры. У тебя есть какие-то сдвиги? У меня 3400. Минус 3 килограмма 400 грамм. Отлично. У меня... Так, не соврать бы. У меня было 112, ребят, килограмм. Сейчас я имею 107,3. У меня, ребята, минус 5 килограмм. В общем, продолжаем правильно питаться. Ну, прям так... Трофиговенько. Лететь-то ой-ой-ой. Вот это получается гарден напротив нашего гардена находится, да? А, вон наш гарден, ребята, посмотрите, вон. Вот там такое белое здание с синими такими полосками, такая как W написано. Ну, в общем, не видно за этим. И вон наш гарден, прям с такими куполами небольшими. Все, ребята, мы вам показали вот этот шикарный гарден с шикарными видами, шикарным бассейном, да? А сейчас мы, в общем, поедем вон туда, в тот район, я не знаю, как он называется. Покажем там дома, именно ландшафт. И покажем обязательно вот эти дома маленькие, они не такие высокие, как эти. Поехали. Это жилищное управление. И мы у них узнали, где находится риэлторская компания. Которая занимается здесь сдачей жилья в аренду. И, возможно, у них можно узнать стоимость одного квадратного метра здесь. Но это уже будет в следующем ролике. А вот он, вот этот район, который мы вам хотели показать, где очень много низкоэтажных домов, такой как коттеджный поселок. Парковка. И здесь сразу же, смотрите, какой парк. Шикарный. И этот парк, ребят, находится на территории жилого района. Посмотрите, какая красота. Именно впечатляет то, что данный парк находится на территории жилого района. У нас парки обычно находятся где-то там. Обычно на территории таких районов есть вся инфраструктура. Детские сады, школы, даже Макдональдс есть. Макдональдс, офигеть. Сейчас мы пройдем во двор, покажем вам ландшафт, как расположены дома и так далее. Нига. Вот, здесь такие вежливые охранники пропускают нас. Здесь такой отдельный вход. Интересно, куда он ведет. Классный. Такой типа как деревянный мостик. Ага. Он не деревянный, мне кажется, это пластик какой-то. Вот, ребята, мы попали во двор. Посмотрите, здесь вот детская площадка, бассейн. Вон там тоже большой бассейн. Сейчас вам это заснимем. Здесь вот, смотрите, вот уже дом. Можно уже попасть в свою квартиру. И вот именно по таким вот симпатичным тропинкам передвигаются вот китайцы из дома в дом. Вот подъезд, посмотрите. Вот она пошла к соседке. Ну и соль кончилась, допустим. Сходила за солью к соседке и сейчас будет готовить там блины или еще что-то, я не знаю. То есть вот, обычные китайцы просто сходила к соседке. Обычные люди, посмотри, она вон в футболке, какие-то вот трико. Какие интересные качели. Такой вот дворик небольшой, там какая-то беседка есть. Там еще можно куда-то дойти, мне кажется, там уже где-то заканчивается территория, не будем, в общем, ходить. Пойдем, может быть, бассейн покажем. Смотрите, ребята, в общем, у них тут вот такой бассейн еще есть. Не знаю, в общем, платный он или не платный, входит ли это в стоимость квартиры. Нет, он не платный, он входит обычно. Входит, да. Ну да, потому что здесь нету никакого контроля. Здесь можно спокойно зайти, покупаться. Есть время тоже работы бассейна, здесь можно помыть ноги, я так понимаю, перед тем, как... заходите сюда. Подъезд. Вот, посмотрите, обычный подъезд. Сколько этажей? Давайте посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. В общем, ребят, смотрите, так вот вышел из подъезда, сел, посидел, захотел поплавать, поплавал. Вот такой вот обычный среднестатистический китайский дворик. Круто, да? Да. Вообще круто, впечатляет такие, конечно, виды. Мне напоминает что-то это Таиланд, мне кажется, да? Тебе не напоминает? Ну да. Ну, тоже юг. Гостиница, то есть вышел из гостиницы
бассейн сразу же. Там горка какая-то. А, не работает. А, не работает, все понял. Слушай, жалко. В общем, так можно было, видимо, забраться и плюхнуться в воду. Нравится? Ну да, нравится, конечно. Хотела бы здесь жить? Ну, не знаю. Честно сказать, не знаю. Да? Да. Как бы и в нашем районе меня тоже все устраивает. Я вот хожу, восхищаюсь всем этим. А вот сейчас я что-то правда задумался и правда, хочу ли я, допустим, жить в данном районе? Я маленечко затрудняюсь. Мне бы, наверное, не подошел бы такой район бы, скорее всего. Я бы не захотел бы здесь, в общем, жить. Мне бы подошел бы обычный какой-то гарден, такой современный, без особого ландшафта, скорее всего. Просто заезжаешь, чтобы на парковку, с парковки был лифт и подъем на этаж, ну там 9-10, допустим, меня бы устроил бы вполне. А вы, ребята, пишите комментарии, если вам понравилось, вы бы здесь хотели бы пожить, но мне кажется, устаешь этого всего. То есть, да по... не устаешь. А мне кажется, устаешь. Просто охота просто приехать, припарковаться и не идти вот через эти вот дебри, так сказать, через этот лес. Через эти беседки такие, потому что просто прямо нельзя пойти. А если выпил, допустим, раз, шел и просто вот не рассчитал и упал через мост. Пишите обязательно комментарии, понравилось вам такой формат видео или нет. И спасибо, что пишете, смотрите. Мы обязательно все комментарии читаем. Сначала я, потом Катя читает, да, Кать? Да, Слава отвечает на его комментарии, потом я отвечаю там на свои комментарии. Ну, кто пишет конкретно мне, там я уже сажусь и отвечаю на ваши комментарии. Спасибо большое, что поддерживаете нас, нам очень приятно это. Да. Ребят, ну вот выпуск подошел к концу. Сегодня мы показали вам очень красивое жилье, где очень красиво, удобно, комфортно жить. А в следующем выпуске мы покажем вам контраст. Мы покажем тесные улицы, маленькие дома. Очень большое количество людей в Китае живет в других условиях. Поэтому подпишитесь на нас. Не пропустите новый выпуск. И не пропустите новый выпуск. Все, ребята, всем пока, спасибо. Пока-пока. Целуем. Пока.